Костик шел из школы, скоро торопился он к друзьям. В парке вдруг у самокатов провод голую видал. За витком лежал, искрился страшной огненной змеей. Ростислав остановился. «Что же делать мне с тобой? Подходить нельзя, наверное», — размышляет Ростислав. «От одной лишь мысли скверно, даже кругом голова. Шаг за шагом приставляю пятку к носу, нос к пяте, стопы ног не отрываю, плотно их держу к земле. 10 метров отступлю я, взрослых быстро позову. Маму, папу, тетю Лилю. 1-3-5-0, звоню».